Добрый день, дорогие друзья! Я вновь рад приветствовать вас на нашем канале. Канале лучшей компании на побережье Коста-Бланки. И это действительно правда. Канале компании Allegria. Меня зовут Денис Курбатов, я менеджер по продажам. И сегодня у нас будет очень классная видеопрезентация объекта нового строительства, который расположился буквально 600 метров от двух прекрасных пляжей Плая Фламенко. Что ж, начнем эту видеопрезентацию. Еще несколько слов по поводу того, где мы с вами находимся. Это Плая Фламенко, буквально 2-3 минуты езды от города Торревехи. Два шикарных пляжа расположены буквально 600 метров от строительства. Само строительство грандиозное. Это 4 фазы. Первая фаза уже практически закончена. Правда, там осталось не так много квартир, но сейчас в продаже. Появилась вторая фаза, и сегодня мы как раз сделаем видеопрезентацию, где мы расскажем по поводу стоимости данных квартир и презентуем этот объект действительно так, чтобы вы прочувствовали и поняли, насколько это грандиозное строительство. Меня часто спрашивают: Денис, можно вот то же самое, но только поближе к пляжу? И как раз этот объект, он недалеко от пляжа, согласитесь, буквально несколько минут прогулочным шагом, и вы оказываетесь на одном из пляжей. Вот это первый пляж, и я вас приглашаю прогуляться на второй пляж, который еще более ближе к данному объекту. И это второй пляж, и буквально 550-600 метров от этой точки, и мы попадаем с вами в комплекс, который называется Playa Flamenco Village. Я приглашаю вас прогуляться эти 600 метров. Что ж, ну вот мы с вами и добрались. Несколько слов про инфраструктуру. Большой торговый центр, где есть масса магазинчиков, кафешек и даже есть спортивный зал. Но для покупателей данной недвижимости спортивный зал уже включен в стоимость квартиры, потому что на территории комплекса будет свой спортивный зал. Вот здесь расположилась Меркадона, и за моей спиной идет окончание первой фазы. Вы уже можете наблюдать, как выглядит фасад здания. Я приглашаю вас на территорию строительства. Ну вот мы с вами и добрались. Это центральный вход. Справа от меня первая фаза, слева от меня строится вторая фаза. Третья, четвертая фаза будут строиться уже после того, как сдастся вторая фаза. Сейчас мы пройдем с вами на территорию и посмотрим Piso Piloto. Шоу-хаус. Это верхний этаж. Вы увидите, в каком состоянии сдаются данные квартиры. Сразу скажу вам по поводу типов квартир. Здесь в продаже есть квартиры с двумя спальнями, одним санузлом, с двумя спальнями, двумя санузлами и с тремя спальнями, двумя санузлами. В стоимость недвижимости входит парковочное место, также кондиционер. Ну что ж, давайте все поэтапно. Я приглашаю вас на территорию. Давайте осмотрим шоу-хаус. То, что нам выдали вот такие каски, и мы уже находимся на территории строительства. Я повторюсь, общая площадь застройки — это 47 тысяч квадратных метров.
Из них 17 тысяч квадратных метров отведены под зоны отдыха, бассейны, джакузи. Также здесь будет расположено искусственное озеро, свой личный тренажерный зал, лаунж-зоны и будет зона с челлингито. Если быть точным, здесь будет 7 бассейнов, из которых 4 бассейна для взрослых, 3 бассейна для детей, будет около 5 джакузи. Парковочные места как вокруг комплекса, также будут подземные парковочные места. В каждой квартире, я уже опять же повторюсь, идет парковочное место. Сейчас мы посмотрим с вами шоу-хаус Piso Pilota, которая расположилась в первой фазе на верхнем этаже. Это верхний этаж. Высота здания 4 этажа, и на каждом этаже будет по квартире. На первом этаже квартира идет со своим участком земли, последний этаж с личным солярием. Что ж, давайте посмотрим этот шоу-хаус, посмотрим, в каком состоянии данный застройщик сдает недвижимость. Ну вот мы и дома. Что ж, давайте, каска нам уже не нужна, начнем экскурсию. Это верхний этаж. Данная квартира имеет 2 спальных комнаты, салон, кухню, подсобное помещение. У всех, абсолютно у всех квартир в данном комплексе есть своя личная кладовка и паркинг. Дорогие друзья, мы находимся сейчас на кухне, но сразу хочу предупредить. У данного застройщика существует следующий порядок. Недвижимость сдается полностью в чистовом варианте с готовыми ванными комнатами. Кстати, во всех ванных комнатах полы с подогревом, с кондиционированием, с машиной, то есть вам абсолютно нет необходимости тратиться на кондиционер. Также я хочу сразу же показать вам один очень важный, немаловажный нюанс. Абсолютно все квартиры сдаются с аэротермией. Это существенная экономия, и я вам скажу, данная машина не дешевая. Но для того, чтобы вы получили недвижимость вот именно в идеале, вот в таком состоянии, как вы сейчас можете видеть, вам необходимо заплатить дополнительный пакет. Для двух спальных квартир этот пакет стоит 15 тысяч евро, для квартир с тремя спальнями он стоит 17 900 евро. Что входит в этот пакет? В этот пакет входит абсолютно вся техника, включая посудомоечную машину, духовой шкаф, варочную панель, микроволновку. Также это не просто пакет мебели, это не просто пакет техники. Также идет полностью все необходимое для жизни, включая тарелки, включая постельное, по 2 комплекта постельного белья, предметы интерьера, все, как вы видите, абсолютно все. Тут даже у нас, смотрите, есть чайник, есть блендер, есть утюг, есть тостер и есть фен для женщин. Все, абсолютно все. Ложки, вилки, бокалы, фужеры. Абсолютно все необходимое для жизни. Данный объект имеет 2 спальные комнаты, 2 санузла. Я вас приглашаю на террасу. Все террасы не маленьких размеров, от 18 до 20 квадратных метров. Что ж, попадая на террасу, мы можем наблюдать, уже строится один из бассейнов. Я даже вижу, где будет джакузи, бассейн для детей. Уникальный комплекс, здесь будет действительно большая зона отдыха.
Также с террасы мы можем попасть в одну из спален комнат. Хочу сказать несколько слов по поводу систем. Система качественная. Вообще, мне очень нравятся те материалы, которые использует застройщик при строительстве. Это видно, что это качественно. Как вы видите, в этой спальне очень классный интерьер. Мне очень нравится, не знаю, как вам. В принципе, когда вы берете объект на стадии строительства, вы можете обсудить, какой именно дизайн будет у вашей квартиры. Будут представлены материалы, будут представлены предметы интерьера на выбор и выбирать именно вам, как она будет в итоге выглядеть. Как вы можете видеть, здесь есть двуспальная кровать, раздвижной шкаф. И я вас приглашаю дальше. Давайте с вами посмотрим санузел. Все материалы современные и очень качественные. Выглядит все очень классно. Душевая кабина больших размеров. Есть тропический душ. Вот здесь у нас такой современный умывальник. И также зеркало с дополнительной подсветкой. Все очень стильно, классно. Кстати, обратите внимание на двери, да, они у нас уходят внутрь стены. В данной квартире есть две зоны климат-контроля, вот такой вот дисплей, качественная машина Mitsubishi. И я вас приглашаю посмотреть еще одну спальную комнату, и мы поднимемся с вами на солярий. Проходя мимо прихожей, хочу обратить ваше внимание, что здесь есть вот такой вот шкаф. Нашим людям обычно не хватает в прихожей шкаф. Здесь он есть, имеет место быть. Дальше у нас за моей спиной спальная комната. Здесь у нас ванная и лестница на солярий. Давайте с вами ознакомимся со второй спальной комнатой. Это, скорее всего, у нас детская. Мне очень нравится, как здесь все выполнено, предметы интерьера. Не знаю, как вам. Пишите в комментариях, нравится вам или нет. Дальше у нас ванная немного меньших размеров, но все необходимое в этой ванной комнате есть. Есть душевая кабина, есть унитаз и умывальник. Лестница на солярий. И здесь есть одно очень классное технологическое решение. Оно будет интересно как взрослым, так и детям. Вот такая кнопочка. Можно понажимать. Я уже нажимаю на эту кнопочку сегодня 5-й раз. Что ж, дорогие друзья, мы на солярии. Я сначала сомневался по поводу герметичности и практичности данных дверей, но по поводу того, что вас не затопит, это однозначно. Посмотрите, какое, во-первых, уплотнение идет. Вот, двойное. Дверь сама довольно тяжелая. Я надеюсь, эта система прослужит долгие годы. И высота самого борта, здесь есть дренаж на солярий. Высота самого борта двери довольно приличная, я думаю, сантиметров 15. Здесь у нас место для барбекю. Есть вот такая вот столешница, есть мойка. Сюда подведена вода. Также есть душевая кабина и виден кусочек моря. Мы посмотрели PISO пилотов в первой фазе. И в первой фазе осталось порядка 10 квартир в продаже. Все остальные квартиры, к сожалению, уже проданы. Если вы хотите получить планировки тех квартир, которые остались в первой фазе, просто напишите мне на WhatsApp, и я вам вышлю планировки с ценами. Дорогие друзья, за моей спиной вы можете наблюдать ход строительства второй фазы. Если вас заинтересовал данный объект, данное строительство, все планировки, расценки, всю информацию вы получите, написав мне на WhatsApp. Скажу вам, что во второй фазе стоимость двух спальных квартир с одним санузлом стартует от 182 тысяч евро. Напишите мне на WhatsApp, и я вам скину все планировки под ваш запрос. Если вас интересует трехспальная квартира, я вам сброшу трехспальные квартиры. Верхний этаж, он всегда немного дороже. Хочу повториться и сказать, что в продаже присутствуют квартиры с двумя спальнями, одним санузлом, с двумя спальнями, двумя санузлами и с тремя спальнями, двумя санузлами. 4 этажа, на каждом этаже по одной квартире. Первый этаж имеет небольшой участок перед квартирой, последний этаж имеет вот такой вот личный солярий. Если вас заинтересовал данный объект, вы хотите получить
всю информацию, вы хотите получить планировки, наличие квартир, вам просто достаточно написать мне на WhatsApp. А сейчас я приглашаю вас прогуляться к торговому центру La Zenia. Это один из самых больших торговых центров на побережье Коста-Бланки, который расположился буквально 700 метров от данного строительства. И прежде чем мы отправимся к La Zenia, где мы закончим это видео, хочу сказать еще одно. В данном комплексе два здания выделено под площадь коммерческого назначения. Здесь продаются офиса. И в первой фазе уже все продано, но сейчас есть возможность, осталось 4 офиса во второй фазе. И если вас интересует офис вот в таком шикарном месте, вы также можете со мной связаться, и я вам вышлю планировки оставшихся объектов коммерческой недвижимости. Стоимость от 115 тысяч евро. Что ж, дорогие друзья, вот мы и добрались к торговому центру La Zenia. Здесь есть, я люблю говорить так, абсолютно все необходимое для жизни. Здесь большой гипермаркет спортивной одежды и спортивных вещей Decathlon. Также здесь есть Leroy Merlin, есть большой продовольственный гипермаркет Alcampo и множество всяких разных магазинов. Здесь можно пропасть на день и даже более, можно и на неделю здесь пропасть. Здесь все есть для вас и ваших детей. Давайте подытожим. Мы посмотрели новое строительство. Чем оно привлекательно? Оно привлекательно дистанцией к морю. Всего лишь 600 метров. Вы оказываетесь на одном из пляжей. Между прочим, по соседству есть масса других очень интересных пляжей. Это пляж La Zenia, пляж Кабароек, пляж Кала Капитан в Кабароеке. Чем еще примечательно строительство? Строительство уникальное инфраструктурой внутри комплекса. Это будет большие зоны отдыха, где будет 7 бассейнов, 5 джакузи, где будет искусственный бассейн, свой спортивный зал, лаунж-зоны. Ну, классный комплекс, согласитесь. Даже если вы это видео будете смотреть спустя год, то, скорее всего, будет в продаже какая-то третья или четвертая фаза, и вы можете обратиться ко мне на WhatsApp, и я вышлю вам всю самую подробную последнюю информацию. А для тех, кого заинтересовало, кто хочет получить на e-mail или на WhatsApp планировки с ценами и более подробную информацию, вам достаточно просто написать мне на WhatsApp, связаться со мной, и я вам тут же ее вышлю. С вами была лучшая компания на побережье Коста-Бланки, компания «Алегрия», и я менеджер по продажам Денис Курбатов. Мы искренне ценим, что вы с нами, ждем всех в Испании. Всем пока-пока, до скорых встреч на нашем канале.